Танцевать. Это внутри меня. Наверное, поэтому и поменяла профессию, поменялась вся моя жизнь. Потому что танец, ну, как-то я мыслю пластическими образами, слушая музыку или сидя у моря, я вижу это все в движении. И оно так и есть, если задуматься. Ближе всего к тайне, которую я пытаюсь раскрыть и чувствую, что иногда она подпускает к себе, открывая двери, а иногда приходится долго стучаться и остаешься ни с чем. Есть высказывание Чарли Чаплина, что танцовщик – это наполовину монахиня, наполовину боксер. Ну, я думаю, это очень, очень точно подмечено. Как про актеров говорят, актер – это не профессия, это диагноз. Так должно быть, мне кажется, в любой профессии. Тогда ты профи, правильно? Ты подметаешь улицу, мети ее классно, в белых перчатках и в белом переднике, правильно? Вот. И я так детей воспитываю. Что бы ты ни делал, где бы ни стояла, где стоит твоя фамилия, это должно быть только супер. Начиная с внешнего вида и, главное, внутри. Так что это Чарли Чаплин прав. И монахиня, и боксер. Режь воздух. О, дай лопатки. Сюда таз. И набирая. Есть. И вот раз, два, три. Другая. Кисть вверх. Чуть выше, Лена. Выше. Ты опускаешь? Есть. И пахни. И пахни, как последний раз в жизни. И раз. И сюда. Видишь, как ты стоишь? Да. Видишь ты? А ты должна была где быть. Да. Так я правильно не спину. На меня смотри! Мне все отталкивается от импровизации. И этим мне сложно найти контакт с учеником, поэтому я должна его ограничить от внешнего мира, а замкнуть на себе.
зашифрован, где рождающуюся гармонию взрывают надломы настроений. Это мой текст.